Нет, тебя отдельно. Олина бабушка сфотографировала. Мама или бабушка. Так, встаньте сюда. Это полгода, ничего. В общем, получится что-то. Фотографии. Еще что-нибудь давали? Мама, можно на камеру сняться? А где камера? Сейчас, подождите, стойте. На камеру снимаем. Внимание, еще раз. Три, четыре. Молодцы. Все. Сиди, дочка. Херок — это валянцевый шабаш. Малфидов ненавиден этот мир вражды и злобы. Отчаявшись, он обращается к паркам, где предрекают ему скорую встречу со Стартой. Чародей успокаивается. Стихает непогода. В руках пары бьется нить, кто запокинул этот миг мучительный круговорот жизни. Картина вторая — мистическая поэма. Малфреда обступают трое воспоминаний. Это действует парки имени Мазина, богиня памяти. Уж виден лик Астарты. Фея А также помогает ему приблизиться к далекому призраку. Тени рассеиваются, Астарта встает в жутком облике вурдалака. Манфреда не страшит этот образ. Он смело вторгается в гущу духу, однако тени мгновенно укрывают ее, и, достигнув своей цели и спросить у Астарты прощения, он горестно замыкает в себе. Картина третья, притча изгнанника. Мимо Манфреда проходят странствующие монахи, в руках у них словно прокаженные колокольчики. После встречи с адской посланницей его не пугает картина бедствий повседневной жизни. Монах страстно проповедует, но анахорета оставляет героя равнодушным. Манфред понимает, что ему нет места и среди ищущих спасения своей души. Картина четвертая, патетическая ода. Ничто, ни блуждание по арке, ни воспоминания ворожба, ни монашеская молитва не в силах вернуть ему душевное равновесие, примирение с унылой обыденностью. Беоарп со старты, подобное видение, проносится мимо его мысленного взора. Охотник пытается внушить ему веру, светлое завтра, рыцарскую доблесть. Ни друзья, ни враги не задевают его померкший разум. И лишь лучи солнца и детские голоса постепенно возвращают его к жизни. Он готов надеяться на лучшее.